так мы идем в Хаммерсмит Бродвей. И отсюда на станцию, вот она наверху находится, на станцию автобусную, где надо поймать 190-й автобус до Ричмонда. Хаммерсмит Стейшн тут, в общем, все мое. Девушки в маске. Но мне на... Вот Теска метро. Я тут часто покупала еду. И теперь на станцию 190. Е там... Сейчас посмотрим, где. 190 до Чизик Хаус. Вот едет мой автобус. 190 до Ричмонда. И мне надо на него сесть. Вот проезжаем Хаммерсмит Бродвей, там церковь такая красивая. И это весь район, в котором я жила 3 года. Там объявляют, какая следующая улица, Кингсмилл Шоппинг, и во сколько. Сколько сейчас времени? Звучит, тут приехал кто-то. Стоп. Если надо быть. Лондонбороу Ханслоу. Цинь-цинь. Вот тут еще и какие-то... А нет, это не Чизик Хаус. Это какая-то церковь с таким вот кладбищем. Мемориал Фризо. Прескот. Мемориал Прескот. Так, я надеюсь, я туда пришла. Ну ладно, церковь вот покажу. Не, не туда пришла, надо было идти прямо и потом завернуть. Но зато нашла такую интересную церковь. И тут прямо пахнет свежестью. Тут рядом находится Темза. Где-то или по эту сторону, или по эту сторону. Надо. Ну, по крайней мере, по карте я это вижу. Пахнет действительно свежестью. Не верьте тому, что говорят, что Темза грязная. Темза грязная, да, в ней купаться нельзя, но она грязная в плане... Она грязная бывает летом, когда... Потому что там очень сильное течение, оно все поднимает с дна реки. И Темза становится такой ядовито-зеленой. Так, я бегу-бегу. У меня уже одышка. Я ж не худенькая, не спортивная. Это тем, кто будет говорить, что я толстая. Да, я толстая, но... И чё? Меня это не смущает. Главное, что я живу своей жизнью, хожу туда, куда хочу, и делаю то, что я хочу. Я счастлива. Я счастлива быть в Лондоне. Я счастлива делать и заниматься тем, что мне нравится. Ага, вот я вижу этот Чизик Хаус. And Gardens начинается, вон уже указатель вижу. Сейчас придем. Надо только тут дорогу перейти. А, светофор вот тут. Побежали. Пока никого нет. Отлично. И дорогу перешли. Вон уже магнолия цветет. А небо как-то заволокло тучами. Какая магнолия. Вот Чизик Хаус. И мы заходим. Я надеюсь. Да. До 7 он работает сегодня. Камелия шоу. Сразу показывает, куда нам идти. Камелия шоу this way. Ну ладно, пошли. Раз this way.
Вот такой вот он Чизик Хаус. And Gardens, большой парк. Очень большой парк. Ну, наверное, с гайд-парк будет. И даже вот все указатели есть для тех, кто хочет пойти не туда. Дороги нету не туда, потому что все сразу показывает. Уже и крокусы цветут, и нарциссы. Все цветет, деревья еще голые. Ну, вот такой вот март в Лондоне. Решила я свернуть чуть-чуть пораньше, чем показывают указатели. Потому что хочу показать вам вот это все, вот эту красоту. Ну и самое главное, где проходит все это, с центрального входа. Вот эта оранжерея. И там вот проходит Камелия Шоу. Сейчас мы идем туда. Вот они, камелии, уже просто так цветут. И вот в этом красивом здании можно увидеть, по-моему, до 22 марта шоу камелий. Вход будет по правую сторону. Это я уже помню с прошлых лет. А, ну, а здесь все такое же. Какие-то, ну, не лабиринты, но красиво оформленные поля. Как это назвать-то, даже не знаю. Граунд, в общем. Сори, опять по-английски. Ну, что делать? Я в Англии. В Англии возрождается мой английский менталитет. Тут, конечно, что-то там не ухожено еще. Но еще лето не наступило. Поэтому... Тут вот тоже камелии. Тут пальмы. Тут, смотрите, какие деревья еще тоже не распустились. Почки уже набухают. Ну и entrance написано. Консерваторы, это оранжерея. Пошли. Две камелии, разные сорта. Тут вот скульптуры всякие. Такие вот. Ну вот это дерево хорошо цветет. Вот эту девушку я помню, кто-то ей цветочек положил. Это все выглядит, тут такая веранда. Это как раз вот центральный вход, если вспомнить. Тут другие камелии. Пойду поснимаю другие. Да, в этот раз шоу не очень. Уже все цвело, что ли? Вот мелкая какая камелия красивая. Хоть у меня и сделаю. Красиво. Уже осыпается. Да, наверное, уже цвели. Вот есть красно-белая. И белая. Вот
еще красное дело. Конечно, красиво, если она близко подойти, посмотреть. И снимать, пофотографировать. Вот еще. Красиво. Вот там уже отцвела. Ну да, значит, они уже отцвели. А здесь какие офигенно красивые. Ну так люди приходят, иногда смотрят, выбирают. Кто-то для дачи. Ну как, тут не дача, тут загородный дом. Но это все равно, что наша дача. Загородный дом покупает, кто-то к порогу своего лондонского дома или другой город, если бывают тут проездом. И вот они все надписи здесь. Имбриката. Это вот так, такие вот розовые. Уже тоже отцветает. Беленькие тоже отцвели практически. Камелия японика. Велбанкиана. Велбанкиана. Такие розовые. Ну и раньше тут в конце продавали. А ну вот они стоят для продажи. Такие цветочки. Тут еще воркшопс какие-то проходят. То есть, ну, занятия, наверное, рассказывают людям, может быть, по выходным, как выращивать растения или как делать икебаны. В общем, вот такой вот, такая вот консерватория. То есть, это оранжерея. Даже шмели тут летают. Такие огромные. Пытается вылететь. Шмель. Все хочет в окошечко вылететь. Как бы его подогнать, не знаю чем. Но пусть летает здесь. Здесь тоже нужно опылять эти красивые цветы. Ну а также вот такие есть еще икебанки. Так, для красоты поставили. Интересно, что это за цветочки? Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. 200 лет Чизвикхаусу. Было в 2013 году. В общем, такое вот шоу. Вот такое. Красивое.